Привет, лисяне, гости и жители моего сказочного леса, комментирует меня мой барсик. Сегодня у нас очередной выпуск нашего видеожурнала «Вышивальный колхоз». На горе колхоз, под горой совхоз. Смотрите, что я нашла, мама нашла. Это наши платочки с сестренкой. Вот, мы в садик ходили в платочках. И вот сейчас вот почему-то, ну раз уж колхоз, давайте вот так сделаем. Сто лет я не завязывала платочков. Тем более детских. Ну, смотрите, класс. Класс же. Так, что было в этом месяце, в июле? В этом месяце, июле. Было много что сказать. Так, рифма кончилась. Начались пляски. Так, давайте я свой блокнот. Я его, как всегда, не подготовлена. Блокнот достану. Тянем, потянем, тянем, потянем. Вытянули рыбку. Так, что у нас было в этом месяц июля? Да? Нет, это март. Я же испугалась. А, июль. Июль. Вот он, июль. Мой июль начался с финиша, который я отнесла к июню. Да? А что там было-то? А что там было-то? Не знаю. Тоже много чего было. Не важно. Значит, это не важно. Все не так уж важно. И началась буквально с 3 июля. Я начала осенний закат. Продолжила. Почему я такая темная? Тыкнуть пальцем. А, я поняла. Потому что солнце мое вот здесь. Оно светит на белый платок, и все остальное затемняет. Ладно, все равно оставим платок. Все равно. Мы же в колхозе все-таки. Солнце напечет. Как работать без платка-то? Так, и осенний закат я немножечко повышивала. Не буду вам показывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дней, неделю. Я повышивала осенний закат. И у меня опять случился невышивон. Видимо, когда я смотрю на вот эти вот еще просторы, которые нужно пахать и пахать. Поля вот эти одинакового цвета. У меня начинается невышивон. Депресняк и не вышивон. Я отдохнула дня 2-3 и начала кошачью любовь. Я, кстати, вам покажу рулончик, который недавно образовался, который я еще никуда не убрала. Там вот кошачья любовь будет. Видео отдельно по кошачьей любви есть уже на каналах, на всех, во всех соцсетях. Друзья мои, в конце ролика, в заставке есть рекламы моих соцсетей, где я вообще есть контакт, Дзен, новая соцсеть российская, очень похожа на запрещенный грамм, там я почти каждый день отчитываюсь по привычке. Помните? Танька лыбится, как дула, но не по привычке. Просто папа Таньке туго затянул косички. У нас немножечко, минутка отдыха от вышивки. А потом я кошачью любовь финишировала 17 числа. Я, естественно, сняла гораздо позже, потому что вот мне нужно вдохновение, чтобы вышивать. Нет, чтобы снимать. В последнее время я настолько лето, наверное, не хочется краситься, вот это вот все, и поэтому мне нужно особое вдохновение, чтобы начать записывать видео. Лень, или никакой отдачи. Сейчас от Ютуба вообще никакой отдачи.
Я ни разу не заработала $100. А чтобы я их заработала? Ну, а сейчас смысла нет, кстати. Даже если я их заработаю, то сколько-то большой процент съедает YouTube. Потом наши банки теперь ровно половину, 50% от заработка забирают себе, чтобы отучить российских блогеров от YouTube. Я не против этих новых законов, я просто... Я даже за, наверное, потому что нужно свое развивать. Плохо, трудно, медленно, но свое. Какие-то странные звуки я слышу. Так, потом я начала вдруг... у меня, по-моему, заболела голова, и я написала даже своей выживальной подруге Свете, что Света, я просто... Если я умру, если ничего сейчас не начну нового, и начала... И начала я один набор, который сейчас вышиваю, а до этого начала и закончила счастье. Что такое счастье? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. За 10 дней я вышила. 10, 8, да. За 8 дней я вышила. Счастье упорно лезло в дом очень быстро и заменила текст тот, предложенный, на молитву. Отдельный ролик по счастью уже вышел, он есть на каналах, вы можете его найти. И что и? Смотрите на данный момент, как выглядит моя таблица. Сейчас. То есть на данный момент у меня финишей 12 финишей. Нормально. Я еще себе начала отмечать. Вот, сделала такую таблицу. Это долгострой первое. Начато в 2023 году и финиши. И у меня получается всего один долгострой ликвидирован в этом году. Нужно получше повышивать, побольше обратить внимание на долгострой. Еще. А ну давайте рулон уж покажу. За недавнее время то, что образовалось, это мой котик. Я уже знаю, как я его оформлю. В Леруа Мерлен есть рамки. Тут не видно, вот как вот самая верхняя золотистая. Вот я хочу его. Он, мне кажется, очень подойдет. И в новой квартире, в коридоре я его повешу, эту молитву, потому что она... гласит, ну вот так вот: Господи, благослови всех входящих в этот дом, окрыли всех, кто выходит из него, и даруй мир в нем пребывающим. Аминь. Вот такой вот котик. Далее, что в моем? Я вот прям раскручиваю рулон. Это кошачье счастье. Кошачья радость. Вот. Небольшой сюжетик. Даже не А4, но очень яркий и классный. Я прям всем советую. Потом еще две осталось. Две работы. Ага. Ну вот это то, что прошлый месяц. Дух осеннего леса. Это оригинал. И китайская копия нашей булочки сладкой. Сладкой булочки. Так, это что касается... Это не весь, далеко не весь рулон. Весь рулон я по традиции показываю в декабре. Да? Да. Сейчас я это все замотаю. Чесальщица мотального цеха. И уберу, чтобы не пылил сам. Не пылил сам. Из того, что вас еще ждет на канале, анонс будет кот в мешке за 300. Вот такой фламинго мы соберем.
никак не закрепляла, экспериментирую, лежит. Вдруг что отклеится, тогда я сразу, опаньки, вам сразу скажу, сзади это дерево, пахнет деревом, игрушка на елку шикарная просто. Есть такая целая серия на Wildberries, он до 300, 250 рублей. И еще то, что вы не увидите в видео формате, но почитайте на моем дзене, есть статья с пошаговым мастер-классом вот этой открытки, сборки. И еще идут у меня лисички, чтобы вот здесь написать, наклеить лисичек и написать какое-то стихотворение. Вот такая вот красота вживую, как это выглядит. Делала прям на века, старалась мастер-класс посмотреть, почитайте, интересно. Я вот поняла, что для меня мастер-классы такие напечатанные как текст, как статья, более предпочтительны, что ли, потому что я не нужно резко нажимать на паузу, чтобы тот или иной момент или фрагмент запомнить, а просто читаешь, останавливаешься, делаешь, читаешь, останавливаешься, делаешь. Еще вот мастер-классов по этим открыткам мало. Я хочу еще поснимать, поделать таких открыток. Вообще хочу коллекцию их собрать. Это Лукас. Лукас и же с ним. Так, что я еще делала в прошлом месяце? А в прошлом месяце был начат, вот как раз то, что я вам говорила, чуть-чуть до, вот умру, если не начну, вот этот набор. Новоселье, лисы. Это сделай своими руками. Я так поняла, что это по авторской схеме. Я столкнулась сразу, просто я влетела в этот поезд и столкнулась с тем, что медленно вышиваю его, потому что он довольно-таки сложный. Ну, как и все, наверное, авторские схемы. Я не буду за этот день отчет снимать для ролика финального, а просто вам покажу. Вот на каком я этапе. Два раза уже порола это дело. Просто вообще лучше бы я себя выпорола, чем вот это вот порола. Душа плакала. Потому что я много вышила дорожки не тем цветом. Потом что еще? Где-то еще. В зелени. В зелени обманулась и порола. Себя просто жалко было. Вы спокойно порете вышивки или нет? Скажите, пожалуйста, я одна такая или нет? Следующая рубрика, которая представлена и в моем ВК, там мы, что мы там делаем? Я там нахожу скидки на разных маркетплейсах, в разных магазинах и сообщаю девчонкам, там бегите, если нужно, если нравится, покупайте, особенно если давно ждали. И я забросила видос с этой скидкой. Давно у меня лежат в корзине эти лисята и на Озоне, и на Wildberries. И на Озоне они стоят 1000 плюс. Ну, тут 1000, ладно, скажем так. А на Wildberries была скидка по 300 рублей. То есть я за 1000 купила три. Одна пуля и три кабана. Музыкальное настроение. Я купила этих лис. Но вышивать я хочу их не на их родной канве. Это Лукас. Лиса на Луне. Они все примерно одинаковые, но не одинаковые размером, насколько я помню. К сожалению, размеры тут заклеены. Ну, в общем, лис сидит на луне. Лис лежит на луне. И лис на воздушном шарике в виде звезды.
хочу их вышивать не на родной канве, а на МП-студии канва с созвездиями, такая темно-синяя канва, такое черное, ночное небо. Стоит она 30 на 40, 340 с чем-то рублей. Ну, то есть куплю и вышью сразу. Что тут? Вот набор ниточек. Здесь размер, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Я вот помню, что это 13 на 15, что-то такое. То есть канвы 15, 30. Не хватит 30 на 40, да? Ладно, будем думать, придумаем что-нибудь интересненькое. Тем интереснее, кстати, ставить задачи и их решать. Что? Жарко стало. Вот такие вот мои новости за июль. Июль был странным, холодным, дождливым, каким-то неприветливым, неласковым. Хотелось бы больше тепла. Я ни разу этим летом не искупалась. Ну, я сильно не горю по этому поводу, потому что мне не каждый водоем подходит. Мне нужен медленный плавный заход, чтобы без костылей, опираясь на мужа, зайти до того момента, когда уже можно поплыть. То есть мне не подходит, чтобы там слезть с обрыва и потом идти там плавать. Нет. А все водоемы у нас как-то... В общем, мы избирательны к водоемам и всему такому. Хотелось бы, конечно, открыть плавательный купальный сезон, потому что было лето 2 года назад, когда мне очень помогло плавание. Я зарядилась прямо на целую осень, практически бегала на костылях. Ну, то есть, когда плаваешь, нет такой нагрузки. Я женщина грузная и такая тяжелая, и мне в воде я чувствую себя просто... легкой снежинкой, пушинкой, балеринкой. Я мышку свою называю балеринкой, потому что она худенькая и не полнеет. И это очень шикарная реабилитация в воде, конечно. Но поскольку я плавать не умею, то мне вот так вот просто. Я висю в воде. Я могу даже на спине полежать, но я в себе не уверена. Я могу начать тонуть в любой момент, поэтому я не лезу на глубину. Я чуть-чуть плаваю, ну вот как-то так. Такое себе. И будем надеяться, что лето к нам придет все-таки в августе. Хотя август же нельзя уже, да? И Илья там в речку пописал. Я, кстати, когда туризмом начала заниматься со своими друзьями, сплавляться на катамаране, для меня вообще открылись просторы, открылись такие тайны. Мне казалось, что в августе нельзя плавать, а оказывается, можно. Мне казалось, что в дождь нельзя плавать, а оказывается, можно, даже в грозу. Опасно в грозу, но в дождь вообще шикарно плавать. Потом ночью купаться. Шикарно, прекрасно. Голиком, что нельзя купаться? Да ладно, это для слабаков. Можно, еще и нужно, интересно. Кстати, голиком, когда купаешься, нет вот этого фактора намочить трусики, намочить верх купальника, потому что их просто нет. Ты просто окупываешься, и все, легче зайти в воду голиком. Ну, естественно, когда никого лишнего нет, когда только муж, ну, или девчонками, только подружками собрались. Вот, мы не эксгибиционисты какие-то, мы нормальные люди, просто раньше экспериментировали, раньше весело жили. А еще осенью, что нельзя купаться, это тоже чушь, если тепло, то можно, вот, что доказывали мы. Ой... Хочется, конечно, чтобы это было не только воспоминаниями, но и новые эмоции, связанные вот с этим. А для этого нужно вылечить ноги. Я понимаю, что их невозможно вылечить. Ревматоидный артрит неизлечим, но можно ввести себя в долгую ремиссию, и чтобы ничего не напоминало о болезни. Так, куда полез? У меня Борсик на окно полез наверх. Пойду утихомиривать мою скотинку. Так, сейчас подеретесь вы.
С вами была Леся из сказочного леса, из очень сказочного. Вышиваем колхоз, девочки, присоединяйтесь. Это ожог, это царапки, это я просто вот с кошками подралась. Пойду еще драться. С вами была Леся из сказочного леса. Всем пока!